Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Идут очень интересные, насыщенные дни загрузок, обновлений, перерождений, трансформации, активации, инициации. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к земной группе и работайте вместе с земной группой Вознесения. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему «Арктурианский совет 9D. В чем на самом деле ваше вознесение?» Через Даниэля Скрантона читает Лора. Привет! Мы Арктурианский совет. Мы рады связаться со всеми вами. Мы находимся в процессе становления своей сверхдушой, как и вы. В процессе становления своим высшим «Я». И мы хотим, чтобы вы осознали, насколько вы благословенны тем, что совершаете этот переход, такой же трудный, как этот сдвиг. Мы понимаем процесс сброса кожи, чтобы родиться заново, поскольку это время мы проходим через нечто похожее. Мы пришли к осознанию того, что этот процесс заключается не в том, чтобы оставить позади нашу старую идентичность, как девятого измерения Арктурианского совета. Это процесс того, как мы становимся больше. Это процесс расширения, представления о том, кто мы есть, и постепенного удержания этого знания. Итак, по мере того, как вы переносите более трудные переживания, которые у вас есть, и чувствуете, что теряете себя в процессе, помните, что переживаемый вами опыт – это перерождение большего, а не меньшего. Ваше эго может цепляться за то, кем вы были раньше. Ваше эго, безусловно, может идентифицировать себя с этим аспектом вас и рассматривать его как наиболее важный аспект. Но в такие моменты важно помнить, что процесс становления заключается во включении большего количества вашего настоящего «Я». Итак, вы отбрасываете ложные идеи, вы сбрасываете фильтры, которые мешают вам ясно видеть себя существами света и любви, которыми вы действительно являетесь. Вам не нужно ломать голову над собой в этом процессе. Вместо этого вы хотите подчиниться процессу. Вы хотите отказаться от ложного «я», чтобы стать более целостным. А иногда это означает отпустить то, что вы использовали, чтобы идентифицировать себя как себя. Вашей гордости может быть очень трудно осознать, что вы не ваши достижения, ваши добрые дела и ваш статус в мире. Вы являетесь частью чего-то большего, чем все эти вещи вместе взятые и многое другое. Итак, для всех вас очень полезно видеть себя своим миром, этой галактикой и нашей Вселенной, и позволять себе быть в потоке. Это лучшее из возможных переживаний, которые вы можете получить, и рано или поздно даже ваше эго признает это как истину, чтобы стать тем, кем вы являетесь. На самом деле нужно скорее отпустить, чем подняться по лестнице. И если эта передача резонирует с вами, то вы отпустите это понятие и отпустите гораздо большее, что сдерживало вас, ваше становление. Мы, Арктурианский совет, и нам очень понравилось общаться с вами.